Вот представляете, да, у нас Сколково. Мы делаем планшеты, типа смартфоны. Но когда же мы будем делать все то, что делается во всем мире, а? Ну когда, когда? К сожалению, это не есть факт. Потому что, может быть, это не надо делать, потому что мы можем покупать то, что делается во всем мире. Осталось только выкинуть из головы всякие там издержки и инфляционные процессы и забыть про это дело. Потому что такое же не бывает, что в одной стране мира делается все подряд. И уж поверьте мне, и даже если вы за это дело платите, то это не есть факт. Потому что, а вот мы сегодня переговорим на фоне торгового центра Джазмол о замечательной штучке. Штучка это называется пылесосы. Пылесосы классные, iRobot делает эта фирма. Вот. Это все стоит достаточно дорогое удовольствие. Но тем не менее, надо посмотреть, как все это делается. Потому что, есть такие вещи, которые никто и не сможет сделать. Давайте заглянем. У всех, кто видел эти цены, возникает вопрос, а за что платить? Правды ради я себе задал вопрос. И правды ради я вам сейчас объясню, за что платить. Я, по сути, зашел в другие магазины, посмотрел, что там стоит и понял. Гораздо проще и качественнее купить себе пылесос от компании iRobot. По вполне объяснимой причине. Понятен результат, почему такая цена? Но непонятно качество. А мы вам сейчас это дело и продемонстрируем. Вы задаете вопрос, почему эта продукция стоит таких денег? А сейчас покажем. По сути-то, представляете, в свое время они выпустили вот эту штуку, пылесос. И все рядышком, и везде, и всюду, и Китай в том числе, решил, давайте сделаем то же самое. И будем также зарабатывать деньги. Сделали практически то же самое. Взяли, да скопировали просто. То есть все остальные пылесосы, они точно такие же, практически. А теперь мы все это дело приоткроем. Как приоткрывается, да очень просто. Берем пылесос и переворачиваем. Ну, снаружи-то они примерно все одинаковые там. Датчики удара и все. А вот внутри все по-другому. И теперь я понимаю, что такое Америка. Я вообще очень сильно люблю Америку. Если бы не правительственные там тараканы бешеные. Вот. Ну, с другой стороны, это их не проблемы. Но как Америка работает, надо просто посмотреть. То есть два датчика. Эти датчики не дают вам возможности удариться. Она просто чуть-чуть не доезжает и останавливается. Уж поверьте мне, такой вещи нет ни у кого. Вообще нигде. Поворотный механизм здесь. А теперь вот посмотрите, что это такое. Это все скопировали. Типа уборка. Но здесь круче. Теперь как это все убирается? Вот эти механизмы щеток, да? Посмотрите, вот эти механизмы щеток. Я вам говорю, посмотрите внимательно. Ну просто откройте все то, что вам стоит гораздо дешевле. Просто посмотрите и убедитесь, что никто так не убирает ваш пол. Потому что такого механизма нет ни у кого. Где-то маленькое отверстие, где-то что-то собирается. Оно, конечно, красиво, да, стоит дешевле, но не то качество. Мы и говорим о качестве. И тем более, как убирать все. Да легко и просто. Нажимаете, вытаскиваете и все. Вопросов нет. Вот. Это я вам сейчас рассказал, да? Но не только же я вам это дело рассказываю, потому что есть другие вещи. Есть интернет-ресурсы. Вот, кстати, интернет-ресурс, который вам показывает, как работает фирма iRobot. Так вот, посмотрите. iRobot, у него 100% результат. И все остальное. Но конкуренты, простите, они даже иногда до 40% не дотягивают. Вот так-то. Поэтому прежде чем и вы к себе купите то, что будет качественно убирать ваш дом, подумайте, где все это дело вы увидите. И вам замечательный результат. Придите сюда на второй этаж, купите себе. И, кстати, о птичках. Цена-то на 10% снизилась. То есть, если вы покупаете серьезно дорогой результат, то 3500 это в минус. Понятен результат. Шикарная гарантия. Все в наличии. А то, представляете, купили типа робота, типа пылесоса, и ничего-то и нет. Красиво, конечно, дешево, но как с запчастями? Я как-то купил себе Ravento в Турции. Стоило ах. А запчасти? Тот же мусорный мешок. Днем с огнем в магнитке не нашел. И вот так со всеми. iRobot работает и дает постоянную возможность купить прямо сегодня прямо то, что нужно. Вот вам и такая гарантия. Так вот, что мы вам показали. И вы это в действительности видели. Как это все дело работает. И каков результат. И для этого результата я не делал ничего нового. Я просто пошел в другую контору, взял другие пылесосы и посмотрел. И такого качества работ я нигде не увидел. Поэтому прежде чем что-то
бы в вашей жизни изменилось в лучшую сторону, подумайте, как все это будет делаться. Можете купить другую вещь и не попасть на эти деньги. Но вопрос, сколько она будет работать? Пылесосы iRobot работают очень-очень долго. Вы их купили, и они начинают спокойно пыхтеть. То есть вы их оставили, на следующее утро пришли, и квартира идеально чисто сделана. Представляете, да? И я представил. Так что подумайте сами, где вы можете купить себе качество. А качество продается здесь, на втором этаже торгового центра Jazz Mall.